В честь юбилея победы в Тюмени пошли на новый рекорд России. На этот раз по самым массовым подтягиваниям в историю попадут сразу 300 человек. Это офицеры ТВИКу и кадеты-добровольцы детского центра «Алый парус». Они одновременно подтянулись 10 раз под общий счет и побили прошлогодний рекорд Челябинска. Чтобы тюменские показатели ни у кого не вызывали сомнений, происходящее на турниках фиксировали наблюдатели Книги рекордов России и несколько видеокамер. Планка обозначена, и мы лишний раз убедились в том, что у нас сегодня растет здоровое поколение, поколение готовое устанавливать рекорды как в спорте, так и в жизни. Напомним, тюменцы уже попадали в Книгу рекордов России 2 года назад по жиму гири. Сейчас в ТВИКу ждут официальный сертификат, подтверждающий рекорд подтягивания на турниках.